«Родной земли многоголосье» – именно так называется фестиваль, собравший творческие коллективы Совета ветеранов Березняковской и Соликамской площадок «Уралкалия». Конкурсной составляющей не будет. Мы решили совместно с соликамскими коллегами определиться таким образом, что это будет просто фестиваль, как бы творческий отчет коллективов творческих Соликамска и Березняков. Конечно, все будут поощрены коллективы, а вообще-то будем просто смотреть без комиссии, просто на аплодисменты работать. И люди будут довольны, по-моему, что вот коллективы Соликамска и Березняков выступят. В красивых костюмах на сцене выступали хоры ветеранов-калийщиков. Творческие дуэты были и сольные выступления. Передовики производства в прошлом сейчас живут активной творческой жизнью. Репетиции, выступления на концертах и даже гастроли. Любомир Павливский, много лет проработавший на СКРУ-3, с песней не расстается 50 лет, а в родных напевах поет 6 лет. В хоре у нас 30 человек участвует. Очень довольны, рады. На душе радостно, весело, настроение прекрасное, как говорится, настроение поднимается. Ездим кругом, участвуем в Пермь, Березники, в Красновишес, в Чердынь, по всем предприятиям города, по училищам, по техникумам. Песни исполнялись как акапельно, то есть без музыки, так и под минусовки, и, конечно, под живой аккомпанемент. Александр Богданов виртуозно владеет струнными, клавишными и кнопочными инструментами. С ветеранами-калийщиками репетирует и выступает давно, помогая хору ветеранов исполнять более сложные песни. И на нынешнем фестивале выступления хора «Родные напевы» было встречено тепло. А всего в программе фестиваля было 22 различных номера, которые были вознаграждены теплыми аплодисментами благодарных зрителей. Глаза участников фестиваля сияли, ведь артистам удалось не только самим выступить, но и на других поглядеть, а еще и пообщаться, вместе вспомнить трудовые будни, поделиться житейскими радостями. Антон Старостин, Дмитрий Солдатов, телекомпания «Соль ТВ».